Хей, йоги, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру под названием Эволэнд. В прошлой серии мы прибыли в данный город, мы нашли одну часть амулет, побывали в жанре RPG игр, а именно в Диабло. И мы отправляемся в путешествие за второй частью амулета. Почему-то мне кажется, что ее здесь не будет. Я за то, чтобы сбежать. И погнали с другой стороны, блин, по сути, да? Где-то, наверное, будет вторая часть. Потому что, как говорили, там оно подразделяется. Типа, одна на юге, а другая на востоке. Юг, запад... Нет, юг, север, запад, восток. Че? На востоке же башня, да, получается, черная? А, у нас карта есть, все отлично. У нас карта сюда перешла. Лечением. Смотри, оно по 40 наносит. Блин, слушай, мне кажется, мне лучше стать тогда этим. Как называется? Ну, вы поняли. Саппортом, чем ей. Может где-то отхилиться. У меня мало хп уже. Магия лечения. Готово. Здесь все-таки был переход. А смотрите, там наверху тоже через речку есть переход. А как мне... Ага. А это у нас типа что, бомба... Этого? Бомбермена? Хотя нет, он взрывается по-другому. Поэтому нет. Так, теперь у вас есть путешествие во времени. Спутник по кристаллу, чтобы... Так, стукните по кристаллу, чтобы переместиться из прошлого в настоящее. Марти. А при чем здесь Марти? А, смотри, здесь большие камни, но. Маленький росток, теперь я могу через него пройти. Пожалуйста, не сжигайте маленькие деревья. А нас нечем стрелять. Так, спуск вниз. Снова подземелье. Ах ты ж, ё-моё. Ясненько. Каев. Даже другой проход. А сверху есть где-то? Входного пути нету. Ты ч?
Черт. Вы издеваетесь? А куда мне идти? А куда мне тогда идти? Здесь падает все. Здесь падает. Здесь падает, здесь падает. Здесь падает. Падает. Здесь тут все падает. Ни хрена себе. Вот это было неожиданно. Боже. Но мне нужен этот черт. Сундук. Да-да, давай сдохни и начнем заново. Давай хотя бы до сохранения дойдем. Раскопки. Вы использовали бомбу, чтобы взорвать так, поврежденную стену. Угу, а хп-то у меня тетю. Неужели? Это последняя часть амулета? Лук. Открывайте ваши рюкзаки, чтобы... Ладно, здесь мы сейчас быстро все сделаем. Нельзя, чтобы меня обманывала игра. Все. А, попробуй еще попасть. Так-то просто. Да, как оно? Слишком большой росток. Изучено так. Изменение будущего. Маленькие деревья больше не будут расти в настоящем. Ну, теперь это можно, в принципе, отнести к путешествию во времени, да? Серию. Или что видит такой вот заголовка. Так, понятно, что мне нужно лучше сюда сначала перейти. Готово. Все быстренько делается и красивенько. Звезда. А подождите, а куда мне тогда идти? Что я еще сжег? Угу. А, все понял, что я сжег.
Блин, мне бы хп. Мне бы хп. Это комбо осталось из того? What the fuck? What the fuck? Ладно. Хп, хп, хп. Снова еще одна звезда. Ну, мне кажется, звезды все не соберем. 15 у нас только. У нас только 15 звезд. Вы смогли прочитать «Зажги мой огонь», чтобы открыть проход. Будем это делать. Ну так легче очистить место от врагов. Серьезно? Там-тара-там-тарам. Но если я просто сейчас поменяю время, то я тут застряну. Это можно понимать. Зажёгся. То есть отсюда я кустик этот никак не сломаю. Идиот. I very stupid. Я супер тупой. Что здесь пройти можно? Кристалл не работает, амулет может его зарядить. Если... Сейчас я не понял этого. Если кристалл может его зарядить. Вы несете. Заставляйте меня просто бегать. Вот это начинается, ребята... Я думал, типа там было сложно, да? Ну, типа. Тупая локация. Где-то был наша тень, да, где мы убивали наш тень. Нет, вот она. Локация там. Еще, боже. Огонь. Зачем он нам? Тут тупик. Вы меня сейчас опять, да, наебаете? Мне нужно как-то сюда огонь перенести. Все.
отлично. Почему я должен бежать туда, чтобы попасть по кристаллу? А кристалл со всех сторон заблокирован. Полетели. По сути, это последнее место, да? Еще одно место с врагами. Ну, все. Готово. Так, я вижу там шипы. И меня все равно, да, коцает? Ладно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. А можете уворачиваться? Снайпер, вы убили скелета стрелой. Здравствуйте. Оказывается, их можно просто застрелить. Первая половина амулета. Одна из двух частей амулета. У нас теперь две, поэтому можно сюда выбираться. К черту. Кстати, я видел где-то тут сломатую стену. Я ее взорву. И можем отправляться дальше. Там-там-тара-там. Звезда получена. Ну, я так подумал, давайте не будем все здесь собирать подряд. Но в основном что здесь? Шмотка так. Шмоток нам не дадут такого ничего. Нам только звезды и карты. Карты для игр. Пары. Да, вот это типа. Поэтому давайте отсюда выбираться. И полетели в зловещую башню. Единственный минус — это беготня туда-сюда. Ты не сделал, блин, нихуя. Оу, заработало. Теперь у вас есть путешествие во времени. Вы 12 раз переместились между прошлым и настоящим. Оглянись. Так много мертвых деревьев. Зло начало влиять на священную рощу. Надо поспешить в Аяга и поговорить с моими дядей. Нужно найти вторую часть амулета. Пока не стало слишком поздно. Мы нашли уже вторую часть амулета, если что. Да? Не будем забывать этого. Мы нашли две части. Поэтому валим. Поехали, поехали, поехали. Одна серия, один босс. Ну, в принципе, как в Мегамэне, помните? Серии по 3 минуты бывали. Готово, теперь у вас есть весь амулет. Вы можете войти в Черную крепость. Вы найдете ее на востоке от Ягай сразу за креп... Так, удачи. Ну, в принципе, смотрите, как я говорил на... А, он сказал на севере или на востоке? Ну, юг, север, запад, восток. Ну, скорее всего... У вас там отзеркалено, да, мое отображение, поэтому смотрите наоборот. Ну ладно, тогда юг, север, запад, восток. Это если смотреть от вашего лица. Так, все, идем, короче, к темной башне. Блин, самое главное, чтобы враги на вас не напали. Кристаллы.
хилиться. По сути, мы играем за мечника, так? Значит, у нас наоборот должно быть... У нас с вами наоборот должно быть больше защиты, чем у нее. А у нее должно быть больше урона, чем у нас, но меньше защиты. Но здесь почему-то все наоборот. Ух ты ж, ё-моё. Нужно... А кого я атаковал? Все правильно. Магия, лечение... У меня мало хп. Пипец, не дамажит. Но хил, по идее, должен все отличить. Атака. Магия, лечение. Да, идет бой. Готово. Мышку убрать. Дайте уже дойти до башни, там осталось немного. Ну, вот это плохо, то, что они только ее бьют. Хилься, хилься, девчонка. Они ее очень жестко побили. Атака. Главное, что если это будет финальный бой босса, то что типа темная башня. Конечно, конечно. Больше ночи. Магия, лечение. Только, наверное, нужно было хилками, да, закупиться на финального босса. Там же башня, типа, темная. А где босс должен быть? А ну вот и ты. Ты то зло, что разозлило мой дом. Разорило, разозлило. Зовите меня Зефирус. Вы преодолели длинный путь, чтобы найти меня. Но все ваши усилия напрасны, ваша смехотворная сила ничто по сравнению с моей. И вы убедитесь в этом прямо сейчас. Ну, в принципе, у тебя такая же сила, как у нас. Ты будешь бить только одного, но я буду отхиливать его. Магия. А, ты тут бьешь только меня, да? Ну, я понял. Не-не-не, тихо-тихо, магия, лечение. Ну, хорошо сыграно, слушай. Атака. Магия, лечение. О, теперь ты начал меня атаковать, хорошо. Магия, лечение. Я смогу полностью себя отхилить и... Магия, лечение. Ну, такие бои только так делаются. Лечение. Зефирус. И главное, у него даже описания нету. Короче, если он ага, он по мне ударил. Ну не по мне, а именно по тёлке. Значит, лучше отхилиться. У нее хп не так много, как у моего воина.
Ну хватит. Я устал играть с вами. Как я? Атака. Магия. Кристалл. Хья! Ни хрена себе! Атака. Атака. Мы не сдадимся. Мы будем сражаться, пока не умрем. Да будет так. Слышь? Эй, Каэрис. Спасибо. Ты всегда был со мной. Всегда был рядом, чтобы защитить меня. Всегда сражался рядом. Пожалуйста, пообещай, что продолжишь сражаться. Пожалуйста, верни зелье в наши земли. Я буду приглядывать за тобой. Я... Эрис. Слышь ты, ребят, но это нихуя не смешно. Эй. Пробуждение силы. Твоя особая сила пробуждилась с драконом. Особым. Бахамут. Ну так, знаете, в аниме всяких тоже, типа, суперспособности получается тогда, когда кто-то погибает или кто-то на грани смерти, типа того. 730 урона, хера себе. Думаешь, что победил меня? Я отправлюсь к древу маны. И когда мои раны заживут, я уничтожу этот так сильно обожаемый твой мир. Вы выиграли 200 гил. Да, слышите? Тяжелый кошелек. Вы собрали 20 тысяч. А, я думал, конечно, типа никто на меня не нападет. Ни хрена там КД. Я хотя бы лечиться могу. Блин, я на самом деле подумал, что врагов вообще уже не будет. Типа я спокойно до города бегу. Давайте сбежим. Я так не хочу с ними драться. Мы Айрис потеряли, камон. Хотя я могу просто так ждать долго. А хотя у них, наверное, там будут атаковать меня. Короче, сбежать. У нас такая музыка грустная. Если бы у меня был Феникс. Может бы она выжила. Мы могли бы ее воскресить, в принципе. Я понимаю, что уже конец серии, но... Мы должны уничтожить эту тварь, ребят. Я так спокойно не успокоюсь на самом деле. Я знаю, что это у нас четвертая, да, с вами серия получается, или пятая. Кэрис больше нет в этом мире, но я все равно чувствую ее присутствие. Я знаю, она с Шимки, ее сила останется с ним навсегда.
Не могу поверить, что Кэйрис мертва. Это очень грустный день в истории Айогаи. Все было зря. Она отдала свои силы тебе, Шимки, чтобы ты смог спасти мир. Теперь ты наша единственная надежда на поражение Зефируса. С силой, доставшейся от Кэйрис, ты станешь достаточно сильным. Я в тебя верю. Мы все в тебя верим. Приходи ко мне, когда будешь в время, я смогу тебе помочь. Мы все обречены. Итак, большинство из нас верят в тебя. Замечательно, не так ли? Все не так уж плохо. Я верю, что смерть Кэйрис была не напрасной. Шамики, ты должен отправиться в Древоман и сразиться с Зефирусом, раз и навсегда. Возьми мой дирижабль, это единственный способ добраться до Древоманы. Судьба мира теперь в твоих руках, Шамики. Дирижабль, устали ходить амалианский так, Эволандии присоединяется вас на барону. Окей, поехали. А, ты мне типа уже его дал, да? Ну все, поехали. Ну, к этому охраннику сходим еще, поговорим, типа он говорил, там к нему можно сходить. Типа, если нужна вдруг помощь. А, эй, совет ищешь, звезды. Многие звезды закрыты в разных местах по всей Валленде, но только великий путешественник сможет найти их все. Ты нашел 16 спрятанных звезд. Мне говорит, что звезды спрятаны вместе под названием Хрустальные пещеры. Карта. Ты играешь в две пары. Чтобы стать чемпионом, тебе нужно больше карт. У тебя их 8 из 20. Так, я почти уверен, что карта спрятана в месте под названием Священная Роща. Торговец. Когда я был молод, в Ягаю приходило много странствующих торговцев. С распространением порчи больше никто не приходил. Однако я слышал, что торговец открыл магазин в северо-западном лесу. Возможно, у него есть какие-нибудь важные вещи на продажу. Шобока. Ты знаешь про шабака? Они так, наподобие больших желтых птиц. Живут на равнинах на севере. Но будь осторожен, у них очень острые клыки. Их вареное мясо настоящий деликатес. Я думаю, кто в Агаре знает, как его готовить. Сохранение. Хорошо, да что, давайте тогда погнали. Ту-ту. А, я типа через горы не могу, да, летать? Торговец, я один из последних странствующих торговцев, потомок легендарных Дрокенов. Но сейчас я живу в... так, в Логолде и не... так, я не ел уже несколько дней. Если ты принесешь мне немного мяса, я дам тебе кое-что-нибудь нужное. Он просит мясо. Так, а я мог сюда, по идее, попасть или нет? В эти места. Прилетел. Подождите, мне нужно сесть в транспорт. Я вижу дерево, хорошо. Мне что-то, да, нужно или сюда? Это начальный город, в котором мы играли. Да, мы были в этой пещере. Но мы не были здесь. Подземный червь. Вы нашлись. Так, святые Бахамута. Святыню. Побежали, посмотрели на святыню. Thank you.
Я понимаю, что я мог просто закончить серию, но... Нет. Так это дело не работает. Я должен отомстить этому ублюдку. Хотя, если серия выйдет очень большой, ребят, может быть, я разделю ее на несколько. Но я ничего не обещаю, говорю сразу. А я понял, они попадали. Нет, это только в плюс. Или они что думали? То, что они умеют летать, это и все. Нифига подумала. Так, там еще какая-то травянистая у нас зона. Закрытая зона. Так, у нас остается только пойти в одно место, там, где у нас ураган штурмует. Так, стен поломанных я не вижу. Какого черта? Поехали. А что у нас с левой стороны было просто? Если просто влево идти. Не, ну здесь ладно, нормально, здесь я пробегусь. Эй! Слышь, крыса. Убил, все. Вы разбили 20 горшков. Несчастный случай. Так, здесь у нас головоломка, да? Ну, в принципе. Бац. Бам. Там еще этот нужно уничтожить. Этот стенку. Но я не собираюсь собирать все звезды. Хотя можно телепортнуться, отправиться. Хотя там я в лесу что-то еще, да, терял. Не хочу. Thank you.
Да-да, убежал, проверяй. Ля? Бац. Готово сундук? Ну, сундук ценный, походу. Карта. Я сюда шел ради карты. Круто. Ради одной ебучей карты. Для игры. Ладно, погнали к древу. Сбежать, 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 сбежать. Я подумал, мне не дали сбежать. Не, будем в одной будет, короче, серии. Зефирус, хватит прятаться. Покажись. Я ждал тебя. Нихера себе. Ты наконец пришел. Позволю рассказать тебе историю. Давным-давно мой народ правил этой землей, но на них напали и истребили из-за их врагов. Выжил только я. И сегодня я свершу свою месть. Ты разделишь судьбу этой девчонки. Дерево маны станет моим твоим кладбищем. Ого. Я могу бегать. Типа, мне по рукам нужно бить? Как тебя обманывать можно? Но лучше в середине не попадаться, мне кажется. Минус один глаз. Блин, ну... ловит меня в глаз. Все. Не-не-не-не. А, что мне, подожди. И как вы это представляете? И как мне нужно было успеть? А, типа одного удара будет достаточно, да? Нет, 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 нет! Бля! Давай, 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 давай. Ну нахер. Нет, пускай еще раз. Фух. Тупая сфера. Ну хорошо, что я хотя бы назад не смог упасть. Это еще не все. Ты смог разбить мою каменную броню, но в этой форме ты не сможешь меня ударить. Я сожгу тебя дотла. Эй, эй, эй.
издеваешься? Ага, я понял теперь. Не туда, да? Не попал. Я не попадаю. Я боюсь, что он вот такую запульнет, она еще плюс самонаводка. И вдруг она ваншотит. Ну что это такое было? Хочешь сказать, типа я не попал, да? Ага. Нет! Почти. Не одно хп, одно хп. И? На протяжении всех этих веков я был свидетелем многих удивительных событий. Все это будет потеряно во времени, как слезы в реке. Пора и мне присоединиться к моим народу. А, ну, нужно было хотя бы уточнить, что это, типа, его последние слова, типа, чтобы я, как бы, прочел так. Но на одном хп-то выжить было сложно. Теперь у вас есть герой. Вы одержали победу над Зефирусом. Нашего перста перетергивает. Жесткий Зефирус. Эволанд. Ну, короче, это показано перевод игры на русский. На русский язык. Бетон. Тестирование. МРТ Саганск. Шаргейм. 3D. GPS. Ну, короче, здесь просто идет революция самой игры. Ну, так как это у нас конец, давайте немного... оценки игры. Первое. Это у нас показана революция игры, как у нас все происходило с черно-белой вода. Именно полигонального у нас превращалось в 2D игру. После в 3D игру, как мы видим это сейчас по изображению. У нас начался прогресс, появление звука, все такое, появление монстров, сало прокачка. Довольно много у нас отсылок... Ну, как много, ну, среднее, ладно, количество отсылок на другие, типа, игры. О, убивал монстров, Шимки, спасибо. Лечил и принимал решения, Каэрис, делал плохие вещи, Зефирус. Ну и, короче, разновидности игры, музыка прикольная, играли вы, я знаю, что играли вы. Особая благодарность. Ну, короче, там благодарность. Ну, по сути, музыка, геймплей, прикольный сюжет, да, типа, такое... О, нас вдохновляли League of Zelda, Final Fantasy, как я говорил, Dragon Quest, Diablo и многие другие. Dragon Quest, спасибо за игру. Так, вы завершили 85% игры. Ну, в принципе, Shiro Games, 2013 год. В принципе, игра классная. Она, я стою, типа... Сколько, типа, сюжет, да, типа, такой резкий поворот, события, есть свои, типа, юмористические моменты какие-то. Цветочек для Эрис. Наш меч. Я бы поставил игру ли... 10... Блин, 10 точно... Сука. Или 10... Я вот не знаю, либо 9.5... Ну, 9.5, либо 10 поставить. Черт с ним, давайте поставим 10. Ну, ребят, нас еще в будущем ожидает вторая часть, поэтому мы сравним их, какая часть лучше, типа первая или вторая. По сути, во второй тоже будут у нас пасхалочки, я в этом точно буду уверен. Мне интересно, какой будет там геймплей у нас именно в этой игре, потому что у нас уже было 2D, 3D и... Там много что уже было, алло, даже режим Диабло был. У нас не было такого, что мы еще летали в самолетиках и стреляли, типа, знаете, в доте. А, не было именно от, не знаю, какой-то третий, да, вид лица, когда мы видим только руки.
Ну, еще наподобие что-то такого. Типа там гонок, еще не было у нас ничего такого. Ну, это, если взять что-то фэнтези, набрали тут будут гонки. Ну, короче. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, до следующих прохождений игр и Эволэнд 2. Ну, в принципе, Эволэнд 2 мы встретимся с вами, поэтому всем пока.